Когда строил я свой дом, то в подвале решил сделать для себя спортзальчик. Я немножко в этом деле с мыслью. И вот этот спортзал у меня уже с 96 года по настоящий момент. Я здесь, ну, когда больше, когда меньше, занимаюсь. Итак, вот я вам решил его показать. Я сварил сам по своим чертежам. Естественно, мне это сделали ролики. Я на токарном станке не умею, у меня его нет. А вот сваривал эти конструкции я сам. Чувствуете, вот тут подналяпал. Но тем не менее получилось довольно-таки нормально, можно заниматься. То есть мы с вами садимся. Вес тут маленький. Вес очень маленький. И тянем. Легко и просто качаем спину. Садимся. Упираемся и пошли. Очень удобно пампить трицепсы. Берем и пошли. Разгибаем. Очень удобный хват получается. Упираемся попой в тренажер, наклоняемся, и вот здесь уже больше давят руки, то есть отлично качает именно трицепсы. Можно использовать такой штук и тянуть. Опачки! Ах, прекрасно работают мышцы спины, сразу чувствуется, как они работают. Теперь я покажу, как блок работает снизу. Как раз такое интересное упражнение. С помощью его лечат спину. Спина растягивается как раз в пояснице. И происходит разблокировка. И плюс происходит укрепление вот тех связок и мышц позвоночного столба внизу. Оказывается, это я пришел к выводу, нигде такого не вычитал. Наш позвоночный столб больше укрепляется не тогда, когда сжатие идет или же разгибание, а когда его идет растяжение. И вот когда его растягивают, как раз вот эти все связки и укрепляются. Цепляем карабинчик на эту ножку. Все. Видите, как она растянула? И теперь раз. Ху! 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 Растягиваем и сжимаем. Как раз вот этот отдел работает. Одно из великолепных упражнений для того, чтобы оздоровить вот эту вот область. Вот. Садимся. Ножками упираемся сюда. И вот у нас тяга сильная. И были уперты. И получается, о, как растягивается. Ать! Вес можно поставить довольно внушительный. Килограмм примерно 75, а то 80. Я уже не говорю о том, что можно массу упражнений делать со штангой, которая лежит на полу. То есть это и тяга различная, и можно подъем на грудь, и рывок, ну все, 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 все. Все эти ролики я специально подобрал так, чтобы они не перетирали тросики. Потому что если ролики маленькие, они, как правило, быстренько перетирают. И он у меня такой комбинированный. Вот здесь я ставлю штангу, приседаю.
На эти стоечки я ставлю штангу, чтобы лежа жать. А это уже так. Выше, ниже. Штанга здесь. Штанга здесь. Тут можно выполнять приседания с весом. Что я и делал. Палочка под ступни. Здесь мы берем так. Подлазим. Опа. И приседаем. Раз, два, три, четыре, пять. Обычно скамеечка это ставится сюда. И выполняется жим лежа. Раз, раз. Вот. Ноги я поднимаю для того, чтобы больше работать руками. Я качаю верхний плечевой пояс и трицепс. Раз. О! Цепляю, когда вот эти большие диски сюда, я просто дожимаю вот так. То есть тренирую дожимы. Кстати, можно было также через блок делать подъем на бицепс. Я сделал вот такие вот большие веса для того, чтобы заниматься, ну, таких чисто силовых упражнениях, где очень маленькая амплитуда, просто-напросто ты там что-то дожимаешь. Это у нас все еще прибамбасы лежат для этого тренажера. К этому же тренажеру я сделал вот эту вот скамеечку. Она сделана по моим чертежам. У меня не было устройства, которое бы варило нержавсталь, поэтому мне это все сделали. Значит, эта скамеечка поднималась. Вот так прокачиваются бедра. Прекрасно. Вес тихо. Здесь я установил подшипники, чтобы это все не гремело. Высота все высчитана, чтобы все это работало. Для того, чтобы прокачать заднюю поверхность бедра, я придумал вот такую штучку. Вставляется сюда. Все рассчитано так, чтобы было делать удобно и колени не давило. Снимаются блины легко и просто. Сделали такой зажимчик. Бежим на кетлере. Удобно здесь. И пошел. Можешь больше руками, можешь больше ногами. Здесь регулируется усилие. И пошел. На табло высвечивается время. Ну и прочие там вещи. Вот эти вот брусья я также сварил сам. На них отжимаюсь. Мне очень удобно. Я проваливаться проваливаюсь, но ногами себе не помогаю, а начинаю давить руками. Потом опять опустился, растянулся и пошел. Очень хитрый тренажер. Таких тренажеров не было раньше. То есть сделали все это через козла, качали спину. Вот, я высчитал практическим путем угол, чтоб бедра не давили. Здесь на разные роста. У людей разные ноги.
на котором я буду говорить профилактически укрепляю спину. Вот этот чудо-тренажер, с помощью которого все знаменитые штангисты, включая Василия Алексеева, лечили травмированную спину. Тренажер покупной, сын купил заниматься. Ну, купить купил, а занимаюсь в основном я. Вы видите лапы. Лапы я использую для того, чтобы упереть локоть в подъеме на бицепс. А самые разные гантели, самые разные веса. То есть у меня здесь от килограмма, даже от полукилограмма блинчики и до по 10 килограмм. А вообще-то вот те самодельные весят 35 килограмм. Также гири вы видите, гири у меня 16 килограмм, 24 килограмма, 1 16 килограмм, 2 24 килограмма и 2, вот, 2 пудика 32 килограммовые. Покупные у меня, здесь можно, ну, хороший вес поставить, килограмм, наверное, до 40, если умудриться. Но удобно поднимать, чтобы были вот такие вот диски. То есть тут раз, два, три, 32 килограмма. Ну, можно еще сделать больше. Вот эти гантели самодельные. Самодельные. Мне их подарил мой продюсер Марина Петрицкая. Гантели по 6 килограмм. Вот эти синенькие. Я их уже не использую. По 8, я с них начинаю разминку. И пошел. То есть здесь можно сделать массу различных упражнений. Это у меня здесь кроватка серогемовская, корейская, которая прокатывает спинку. Вот она начинает. Здесь такие ролики, которые ходят туда-сюда и разминают мышцы вокруг позвоночного столба. Это все подогревается. Само покрывало тоже непростое. Особенно вот это вот. Здесь какие-то тут нитки. Возможно, серебряные там вплетены для того, чтобы удерживала теплоту и прочее. Теннисный стол не просто, а с пушкой. Пушка довольно-таки хорошая. Много режимов. Вот мы включили. Выставляем различные тут вращения. Сколько, куда, кто будет бить. В какой угол или же вообще. Поэтому и начинаем. Как постреляли с пушки, берете такой сачок и начинаете шарики собирать. На телевидении я никак не мог покрутить обруч. Как видите, не забывается то, чему ты выучился один раз. Будешь знать, как делать на всю оставшуюся жизнь. Когда я занимаюсь, я люблю слушать музыку. Вот у меня музыка. Ставлю диск. В основном я сейчас слушаю плазмоидов, плазму. Ну, также у меня тут огромное количество всевозможных кассет с медитативной музыкой. Такие старые, которые мне нравятся. Я слушаю и кассеты.
штоки, за которые тянуть, то есть сам все это изогнул, сделал, заварил. То есть натянул железо для того, чтобы заниматься. Занимаюсь я, как правило, один. Особо мне компаньоны не нужны. Я получаю удовольствие от занятий с тяжестями. И поэтому как-то мне компания не нужна. Зеркало, чтобы смотреть на результаты, что тут у нас подросло, что ты тут качаешь, не качаешь. Практически все, что я хочу сделать, я здесь делаю, то есть тренирую, прокачиваю, как угодно. Вот свой спортзальчик я хотел вам показать. Места довольно-таки много. Конечно, домочадцы так и норовят его превратить в своего рода склад. Я с этим борюсь. Ну, видите, так борьба идет с переменным успехом.